Ну что, друзья, приветствую вас на канале. Сегодня последний день я работаю в Комфорте Плюс на Kia K5. Сегодня пятница, разразница. Надеюсь, я сегодня хотя бы что-то заработаю. Тем более, я сегодня буду использовать промокод, ну, чтобы точно заработать и не просто так, как говорится, просрать свой день. Вот. Ну, естественно, в конце смены вычту аренду, вычту бензин и также промокодик, ну, или комиссию вычту, чтобы был более честный результат, кто работает без промокодов. Ну, и также увидите, сколько я лично заработал за сегодняшний день. Так что присаживайтесь поудобнее, начинаем работать. Многие, наверное, слышали про звездный парк. Ну, а теперь у вас есть супер возможность подключиться к звездам. Да и не просто подключиться, а подключиться без комиссии Яндекса. Да-да, подключение без комиссии Яндекса на целых 3 дня. Для этого нужно просто ставить заявку на сайте звездного и указать промокод 0. То есть, выполняете заказы вы, а комиссию Яндексу платит сам парк звездный. Также у звездного самые лучшие условия по комиссии парка. Всего лишь от 2 рублей за заказ. Ну и самое главное, то, что есть, конечно же, техническая поддержка круглосуточная. И также есть моментальные выплаты. Ну а все ссылочки я, естественно, оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Стоп, самое-то главное не рассказал. Звездный разыгрывает автомобиль. Ну а для участия в розыгрыше нужно всего лишь сделать 100 заказов в течение 30 дней под аккаунтом Звездного. Ну и также нужно вступить в группу ВК Звездного и сделать репост записи. Ну и главное, сообщи об этом менеджеру Звездного, то что ты хочешь участвовать в данном конкурсе и выиграть автомобиль. Кстати, автомобиль будет Hyundai Solaris абсолютно новый. Ну а если, кстати, сделаешь больше 100 заказов за месяц, то шанс на победу у тебя увеличится. А все ссылочки, естественно, я также оставлю в описании на участие в конкурсе и на группы ВК. Так что не теряй их. Ну все, собственно говоря, выхожу на линию. Время 12:16. Промокод пока не использовал, потому что нужно заказ сначала словить, потом уже включать. А то заказ пока плюсом может идти долго. Но бывает и очень быстро приходит. Сейчас как раз это увидим. А пока, как видите, записываю видос, заказов нет. Ну-ка, плюс только включен. А приоритет у меня плюс 25, если кто прошлые ролики не смотрел. Да, конечно, посмотрите их. Но вот такой вот у меня приоритет. В принципе, шикарный, по мне так шикарный. Ну, ждем, в общем, заказиков. Наконец-то дождался. Потому что я реально минут 15 ждал свой заказ по К+, без коэффициента. Это жестко, конечно, для пятницы. Что ж, вернулся на свой бывший район. Ну и первый заказ выполнен. 20 минут, 442 рубля. В принципе, без кайфа нормально вышло. К+ с рейтингом ужасно, но зато с коэффициентом. Ну ладно, попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Городская поликлиника, да? Да. Странно, почему у нее такой рейтинг плохой. Хорошая, приятная девушка. Ну и 8 минут 278 рублей. Даже 5 звезд поставлю, а то просто так занизили как будто. И дали еще цепочку заказ без кэфа. К сожалению, кэфов больше нет. Печальная история. Здравствуйте. Здравствуйте. Авто, да? Да. Так, ну, можно сказать, коротыш получился. 16 минут, 342 рублика. Ну и давали заказ, цепочку, но я его не взял, потому что без коэффициента, надо было на посадскую ехать. Что-то мне не очень захотелось. То есть, да, я даже К+ отменяю, офигеть. Потому что вроде как должен быть еще выбор. Ну, ребят, как я уже ранее говорил, Петербургский транзит – это парк номер один в Питере по аренде автомобилей. Куча положительных отзывов, но отношение к водителям самое крутое. Все машины в отличном состоянии и даже есть новые. У ребят есть машины абсолютно разных классов, начиная от экономы и заканчивая комфорт плюсом. Ну и все машины, как и говорил, в отличном состоянии, за ними очень следят. Ну и менеджеры очень адекватные, вежливые, в чем убеждаюсь уже не раз. Так что, ребят, у кого нет своей машины, но он хочет зарабатывать такси, то с Петербургским транзитом зарабатывать будет намного проще. Ну а все ссылочки будут у меня в описании и в закрепленном комментарии. Ну и, кстати, да, я включил мой райончик. Ну, раз промокодик есть, можем райончик воспользоваться. Просто если кидает долгую поездку, это без коэффициента ехать час.
А вот коротыши по 500, по 600 рублей катать уже интереснее. Правда, блин, подачи такие жесткие, это жесть. Дальняя подача, но 1.39. Блин, писало 10 минут, ну как так-то, а? Как? Я не знаю! Непонятно. Дождаться будет ли дождаться, хрен его знает. Ну, сейчас узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Народное ополчение? Народное ополчение у вас? Ну, неплохой заказ. 10 минут, всего лишь 424 рубля. Ну, если не учитывать подачу конскую, то неплохо. Но опять же, ситуация, ребята. Я смотрю, блин, коэффициенты хорошие, заказы должны быть. Ну, реально, весь город горит. Но смотрю по ценнику К+, сравниваю с ценником бизнес-класса, вот это сейчас видите, да? Получается, что К+ тоже стоит столько же, сколько бизнес-класс. И как по коротышке К+ не выгоден, так и по дальникам. То есть бизнес-класс равняется цене по К+. Да, шикарно, К+ в цене растет, все такое, но никто не закажет то, что будет заказывать, ну, скорее всего, большинство бизнес-класс. И с этими ценами, конечно, и не заработаешь сам. Будешь тупо стоять ждать, пока коэффициент спадет. Так что вырубил нафиг район, потому что как по району невыгодно для пассажиров, так и по дальникам. Надеемся, что хоть что-то придет, хоть куда-то кто-то закажет. Ну, кстати говоря, если по каду кто-то закажет, допустим, до Парклы, посмотрел, там будет двушечка за час поездки. Но, опять же, бизнес стоит примерно столько же. Но заказ словился. Не знаю, куда поедем, потому что район вырублен. Но, в любом случае, едем. Надеемся, зарабатывать сам будет что-то. Все, заехали? Тут где-то один. Смотри, там не было. Да не что. Мои пассажиры, походу, чит-коды какие-то используют, я не знаю. Короче, когда я заказываю такси, оно с коэффициентом бешеным, когда они заказывают, то без коэффициента. Ну ладно, 7 минут 270 рублей, и вот заказ приходит без коэффициента. Да как так-то получается? Когда у всех коэффициента, у меня без коэффициента. Ну, я не понимаю. Прикола. Это какой-то заговор. Во! Другое дело, хоть что-то, какой-то коэффициент. На душе комом стала боль. Я буду пить и курить со своей буйной головой. Целую ночь в одном побродить. Ну что, все у нас хорошо по району. Почти 9 минут, 280 рублей. Я даже начал ходить с линии, чтобы не закидывал всякую дичь. Че, покатаем эконом. Ну, я так называю РК+. На сегодняшний день, по крайней мере. Заказ отменен. Но он был по безналу, а это значит, что мне нужно заплатить банку мою копеечку, мою сладенькую копеечку, 25 рублей целых, лишь бы не пришли, а не через 3 дня. Ну и да, ребят, опять статистика по ценам в К+. К+ сейчас стоит 321 рубль, ну если 10 минут проехать. Комфорт 385, эконом 298. То есть пассажиры эконома спокойно могут ехать на К+ и кайфовать на нормальной тачке. Нормально, нормально. Короче, нафиг эту работу. Пойду лучше поем, как обычно. Время 3 часа практически. Работа как-то непонятная. Вроде есть, вроде нет. Но надеюсь, что к вечеру, ну или после того, как я поем, она пойдет великолепно. Так что гоним жрать. Не, ну естественно, ребят, я все не сожрал, я ж не слон какой-то, но это ставим на ужин. А так вышло 350 рублей, кому интересно. Вот, ладно, будет тут лежать, вонять и пассажиров бесить. Ну, коэффициент вырос, это хорошо. Ну, естественно, я включу мой район, потому что время уже 15 часов, скоро начнутся пробки. И не хочу я эти пробки катать, не хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Московский, да? 80. Граф Ролл, да, у вас? Угу. Так, ну, хороший такой коротыш. Ну, хотя ехали это, конечно, прилично, но 11 минут всего лишь. 433 рубля. И заказ с цепочкой с небольшим коэффициентом. Вроде как приходил. Если не отменят, то, значит, еще будет работеночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Космонавт, да? Да. К
коротыши, коротыши. В общем, 8 минут, 250 рублей. Ехал дольше, честно говоря. Ну и зато заказ сейчас с кэфом пришел. С кэфом. 1,5, что ли, до Варшавской. Сейчас должен с ним быть уже и поинтереснее. Здравствуйте. Здравствуйте. Народное ополчение, да? Ага. А там сильно забито. Знаете? Пробки имеете, да? Ага. Ну так, да. Средненько. Еще. Так, ну все, пригнал. 20 минут. 549 рубликов. И цепочка ничего не дали, поэтому херню занимаюсь и не работаю дальше. Что? 2,56 на Каплюс. Ближняя подача. Это фейк или это реальный заказ? А? Прям, прям вообще без слов. Здравствуйте. Запрыгнул. Отель там, да? Да. Само отель, а там сбоку у него есть паб. Да. Короче, я пригнал, заказ я завершил. Камера почему-то не записала то, что я хотел записать. Но, в общем, тот заказ был всего лишь 5 минут. 5 минут. И 472 рубля по нему пришло. Так, К-плюс опять с кэфом 1,74. Конечно, кэф поменьше, но все равно, в принципе, неплохо, неплохо прокатимся. Короче, ребята, только что был Московский проспект по моему району. Уже Петровский проспект, но зато по Щечку поедем. Да, не хотелось мне ехать в город, но придется, видимо. Зато по счетчику и коэффициент есть, так что, думаю, сразу работаю нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Петровский, да, у вас теперь? Да, Петровский, 24, корпус 2. Короче, пригнали. Конечно, думаю, чуть побольше, 58 минут. И 1198 рублей. Но я, конечно, рассчитывал на полторашечку, но не... Фортануло, не повезло. Вот как-то странно, был кэф 1,7, но, видимо, на дальняк он кэф сразу стал 1,1 или 1,2. Ну и осталось отсюда как-то выбраться. Высел еще по делам аж до почти практически Пушкина, ну или между Пушкиным и там чего-то там, Красным Селом, что ли. Вот, но что-то пока ничего не приходит. Но надо как-то из центра выбираться, а то здесь смысла стоять и работать нету, по мне так. О, заказ дали. Офигеть, ты же даже с коэффициентом. Это хорошо, хорошечно, едем. Ну, поедем и обратно в центр. Здравствуйте. Здравствуйте. Садовая? Да, верно. Короче, пригнали в центр. 17 минут, 530 рублей. Да, неплохо, но надо отсюда валить, потому что здесь даже нет коэффициента. И надо, короче, сваливать до минималок или же до кэфов, без разницы. В общем, еду в сторону дома. Я не буду уходить, зачем тебе перелистывать всю жизнь, но кто-то за закатами рассвет, поверь мне, ну а ты любовь, правда, почему-то. Ну, наконец-то, окей, не зря вроде как ехал, хотя коэффициент, конечно, херня, но, в общем, минималку хотел словить, да не получилось. Будем каплюсничка дать по райончику. Ну, я в космосе, ну, ТРК космос или как он там. 11 минут, 413 рублей. В принципе, ценник тоже космический. Хотя бывало и больше. Ну и ничего не пришло, к сожалению, поэтому придется подождать, видимо. Угу. Да, дальняя подача. Кому легко, зато 3 километра все же подавать, просто минуток много. Так, неплохо, неплохо, 9 минут, 493 рубля. И дали заказ, надо только походу разворачиваться опять. В общем, дали заказ с коэффициентом 2,4 или что-то такое. И опять, короче, 10 минут, 0 и 9. И 5 соточек, вот это нормальный каплюс. Вот это была минималка по каплюсу 5 соточек, было вообще шикарно. Даже на бизнесе минималка 400 рублей или сколько там, 450. Ну и в общем, кэфы пропадают. И я тут резко вспомнил то, что мне есть пожрать. И оказывается, есть же KFC. Пойду попить возьму. В общем, устрою перекус, тем более время 8 часов. A few moments later. Не, ну я ж рил говорил, что кэфы уже не те. Ну они хотя бы есть, хоть какие-то есть. Так что покушай, можно дальше зарабатывать баблишко.
Ну, как и говорил ранее, коэффициент уже, конечно, не те. 11 минут 333 рубля. Ну, хотя тоже, в принципе, приятненько. Личность еще пройти, ё-моё. Яндекс. Ну, ты, конечно, даешь. Ты что, не узнаешь меня, что ли? Нет. Ну, я, в общем, решил все-таки поехать сейчас в центр обратно, откуда я хотел выбраться, теперь еду обратно, чтобы покатать коэффициенты. Сейчас они должны разгораться, уже время почти 9 часов вечера. Вот, так что, может быть, там выставлять райончик и катать К+, я уж надеюсь. Да и какая разница, где катать К+, здесь без КФа, да, катать его или в центре. Но в центре есть шанс, что он пойдет уже с коэффициентом. Ну что, пошла жара. Хотя маленький коэффициент, но хотя бы коэффициент. Здрасте. Бакунин, да? Да. Вообще он, по идее, на заднем не должен работать в принципе, но почему-то он работает. Потому что, ну, не все пристегиваются, как бы не срабатывает, а когда именно стегивается, он срабатывает. Так, завершаем заказ 15 минут 340 и дали цепочкой 1.67, что ли, коэффициент. Поэтому гоним быстрее, пока не отменили. Похоже, кто-то не успел. Да по факту даже я только отъехал, уже отменили. Вот такие дела нам. О, зато еще лучше пришел. Опять же, если не отменят тебя, конечно же. Здравствуйте. Кирюшин. У меня там закрытый, поэтому не пью. Приятные пассажиры, приятный чай. В общем, 445 рублей, дали 500 без сдачи. На, считай, как говорится. Вот, ну и пятерочку поставить надо, естественно. Ну что ж, 12 минут, 12.30, 426 рублей, я думаю, будет 500, ну ладно. Поймал жирочек, тоже 9 минут и 640 рублей. Вот это неплохо, прям по душе. Ну, короче, думаю, надо завершать смену, потому что, ну, бензинчика мало стало. Завтра еще машину возвращать, до дома еще доехать надо. Уже выставил по делам, ну, потому что, опять же, промокодик еще действует. Вот, даже выставил до аэропорта, надеюсь, что-нибудь путненькое дадут. Пока есть коэффициенты, возможно, будет косарик до дома. Так что ждем. Ну, а время 22.48. И деревня Санина. Давай, ладно, давайте последний заказ возьму, прям жир-жир. Похер, короче, возьмем жирок. Просто посмотреть, что там будет по коэффициенту, что будет по цене. Ой, дурачок. Ну, вы бы раньше сказали бы. Нет, я просто разницу могу на карту сделать. У меня 100. Так она может на карту уж перевесить, это проще будет. Я говорю, у меня есть 200 и разницу могу на карту. А, ну или так. 57 минут, 2203 рубля. А теперь, ребята, 30 минут ехать в холостую. Потому что К+, я думаю, здесь вряд ли я получу. Да пристегнусь. Вот. Поэтому холостую 30 минут придется проехаться. Но зато заказ получился жирный. Ну, 2300, тем более без комиссии. За час поездки, я думаю, нормально. Так что можно потерпеть 30 минут и потом подведем итоги. Ну что, друзья, пригнал домой. Давайте посмотрим, сколько я заработал за пятницу, за 28 октября. Ну да, ролик немножко запозднился, потому что слишком много роликов наснимал. Машину давно уже брал в аренду для вас, по крайней мере. А сейчас, в нынешнее время, я только ее завтра сдаю. Вот, ну и давайте посмотрим, какой вышел результат. А итоги, ребята, таковые. В пятницу 28 октября я сделал 12 426 рублей. Сделано 24 заказа. Эти все заказы были исключительно по К+.
Ну, комиссии, ясное дело, нет, потому что был промокодик. Комиссию сейчас мы учтем, ну, чтобы вы понимали, какой бы у вас был бы результат, если бы не было промокода. Так, ну и получается, из 12 443 рубля вычитаем для начала бензин. Кстати, бензин у меня вышел сегодня на где-то 1300 рублей, так я проехал 250 километров. Даже, может быть, и на 1250, но давайте выщем 1300, так скажем, округлим. Так что считаем 1300 рублей бензина дзынь. Ну, и, естественно, аренда. Аренда данного автомобиля стоит 3500, как уже ранее говорил. Вычитаем 3500 аренда автомобиля дзынь. И то, что сейчас видите на экране, остается лично мне, то, что я в любом случае бы заработал, так как был промокод. Но если бы не было промокода, давайте учтем комиссию Яндекса. Катался сегодня немножко мой район, немножко по делам кнопочки. Так что давайте минимум 25% вычтем комиссии Яндекса из грязного заработка. То есть из 12 443 рублей нужно вычесть 25%. Вычитаем. И вот все, что в такую сумму видите на экране, остается в любом случае, если бы даже не было промокода. В принципе, результат неплохой. Ну, потому что сегодня была пятница. Если в прошлые ролики смотрели, там результаты были, конечно, не шибко крутые, но что-то зарабатывалось. Ну, а сегодня я уже реально хоть что-то заработал в карман. То есть кэшбэк присутствует. То есть хороший кэш уже в кармане есть. Ну, и надеюсь, вам ролик был, естественно, полезен. Поэтому поддержите лайком. Ну, и подписку на канал оформите, чтобы не пропускать следующие ролики. Скоро я интересную какую-нибудь тачку возьму, а вы можете пропустить, поэтому обязательно подпишись, чтобы это не пропускать. Ну и вам по традиции огромной-огромной удачи и пока!